Так, ребята, делаем обзор кабинета. Значит, давайте пройдемся быстренько, где что находится, где что брать. Значит, когда вы открываете свой сайт MetaMask, браузер MetaMask, то у вас появляется вот такая картина. Значит, опускаемся ниже. Здесь мы можем видеть все наши, значит, официальные каналы в Твиттере, Гитбуке, YouTube канал и Telegram канал. Сразу скажу, что нужно добавить в свой кошелек токены eGold. Здесь нажимаем Add to MetaMask и добавляем его. Он у меня уже добавлен. Вот, у вас добавится и появится у вас прямо в кошельке вот здесь вот eGold. Так, дальше. Поднимаемся выше. Здесь мы можем посмотреть Learn More, да, вот это вот полное описание нашего проекта. Можем прочитать, перевести. Вот, и здесь полное описание там токена на 80 лет. Дальше идет токена экономика. 21 миллионов у нас эмиссия, каждые 4 года происходит халвинг и так далее и тому подобное. Полное описание проекта находится именно в этом разделе. Каждый майнер сколько чего добывает, здесь можно посмотреть там третий, вот у нас $500, 4%, так, метахеш, сколько метахеша вырабатывает, ну и так далее и тому подобное. Короче, здесь полное описание, можете перевести на русский язык, и у вас все покажется. Дальше, давайте посмотрим сам сайт. Сайт многофункционален, можно здесь посмотреть все, что необходимо. Так, переходим. Смотрите, первое, когда мы открываем, здесь видим майнинг калькулятор. Можем ввести любой майнер, который нас интересует, и рассчитать, сколько он приходит доходности. Значит, каждый майнер можно приобрести по 25 штук. То есть больше невозможно. Ограничение в 25 штук. Значит, мы рассчитываем на 30 дней. Если 30 дней один раз, выводить, сколько мы получим. Калькулятор нам дает знать, по нынешнему курсу мы получаем 505 бюздов. Значит, из 120 токенов, добытых майнером, мы 60 219 сжигаем и 59 019 идет нам в кошелек MetaMask. Вот если мы, допустим, ведем 5 штук майнеров G4, да, то мы открываем калькулятор и нам считают, что мы в месяц можем получать 2527 долларов по нынешнему курсу. Если курс токена растет, соответственно, доход наш растет. Если курс падает, соответственно, доход уменьшается. Но по нашему ориентиру сообщество увеличивается, токен будет расти и доход тоже будет расти. Соответственно, так, майнинг посчитали, калькулятор здесь можете посмотреть сами. Каждый майнер сколько дохода приносит вашим инвесторам. Приблизительно в месяц это получается по нынешнему курсу 3,5-4 месяца отбиваем. Можете посмотреть курс на Пукоине, на Панкейке. Вот с вчерашнего дня по сегодняшний день выросло приблизительно 12% токен. Да? Здесь можно посмотреть, сколько у нас ликвидка в информации. Вот $228,000 в ликвидке. Соответственно, это хорошо, что есть ликвидка. Так, дальше. Где брать реферальную ссылку? Подключаем. Так, давайте вот пройдем сначала по менеджменту, посмотрим наш майнер G4. Вот он сколько уже добыл. Для того, чтобы вывести, значит, у вас на кошельке должно быть 50%, как я сказал, токенов. И 50% сжигаются и выводятся ваши чистые. Вот в моем случае это 40 eGold выводится грязными. 20 токенов я сжигаю. Вот, соответственно, потом я их продаю, покажу где. Здесь тоже это все делается через кабинет. Далеко не надо ходить. Значит, нажимаем Approve, да, и нажимаем Collect eGold. И ваши токены сразу идут вам в MetaMask. Вот, соответственно, у вас есть всего лишь 10 выводов, 10 claims. Это связано только с майнером для пассивных инвесторов, которые добывают токен. 10 claims, то есть каждый ваш вывод в токенах сокращает работу майнера на 5%, да?
на 5% у вас каждый раз, как вы будете снимать, у вас уменьшается. Вы можете это снять хоть каждый день, хоть каждый месяц, хоть в год один раз. То есть все в зависимости от вашей стратегии, как вы хотите, насколько хотите быть холдером этих токенов, насколько вы верите в проект. У нас стратегия, значит, мы снимаем сейчас пробно через месяц, я вот это сниму, да, и дальше я буду снимать уже каждые 3 месяца. Так, дальше. Переходим в swap, где менять токены. Нажимаем trade a gold. И у нас здесь внутри кабинета, значит, кабинет сам подвязан к PancakeSwap. И мы можем обменять свои бюзды, купить, да, вот, к примеру, 10 бюздов, да, я хочу купить голды на 10 бюздов. И нажимаю approve и нажимаю swap токен. По-другому не получится, только так. То есть мы approve соединяем, и swap это мы обмениваем. И ваши токены появятся вот здесь у вас в кошельке. Для этого у вас должен быть немножко BNB для газа комиссии. Обязательно для газа комиссии при покупке и при каких-либо действиях у вас должно быть BNB в кошельке для газа. Вот. И также, если я хочу наоборот продать токены Egold и вывести бюст, я нажимаю вот это посередине стрелочки. У меня меняется позиция Egold на бюст. И нажимаю продать какое количество. Допустим, я там наманил 100 токенов. Да? Я нажимаю нажимаю approve и нажимаю swap tokens. Если у вас нету BNB в кошельке BNB для газа, да, когда вы нажмете approve, вас покажет ошибка. Соответственно, это связано с тем, что у вас нет BNB для газа. Обязательно иметь BNB в кошельке. И нажимаем swap tokens. Так, давайте сейчас я вам покажу еще, где брать реферальную ссылочку. Так, Egold прописываю. Сайт egold.farm. Так, неправильно написал. egold.farm. Соединяю свой MetaMask. Так, и здесь мы как вывести деньги. Значит, вот здесь у нас есть внизу график Invite and Earn. Нажимаем сюда. И мы видим свою реферальную ссылочку для того, чтобы отправить своему пригласителю. Нажимаем Copy Cont. Тут есть еще Copy URL. Это здесь надо вписывать своего аплайна. Код. Ну, мы пользуемся обычным Copy Cont. То есть через кошелек MetaMask. Вы также можете отдать своему пригласителю просто кошелек свой, который уже подвязан к сайту. Вот, можно через сайт здесь нажать копи код. Через QR-код тоже можно сделать, но этим не пользуемся, пользуемся просто копи код. Так проще и быстрее. Так, для вывода средств мы нажимаем Claim Earn, и ваши средства сразу поступают в MetaMask. Это связано именно с партнерской программой, которую вы заработали, вы можете нажать Claim Earn и моментально выводить хоть в день по несколько раз, нет никаких ограничений по маркетингу, выводите любую сумму, которую вы заработали, это ваши заработанные. Дальше мы смотрим компенсационный план, здесь видно наши ранги, на котором мы находимся, это тестовый сайт, я вам открыл сейчас, вот, здесь видно ваш ранг, то есть ранги у нас от 1 до 16 ранга, от прямых продаж, повышая свой товарооборот, мы выскакиваем на последующий ранг, там 2, 3, 4, в зависимости от товарооборота, и получаем от 18 до 50% наши эти, как его, вознаграждения. Так, дальше. Реферал-сры. Мы здесь смотрим свое дерево, да, кто у нас в структуре, какая у нас структура. Вот. И наш аплайн. Сверху был, так, еще раз, Referral Team, это наш Upline Your Referral, и ваша структура, здесь будет дерево, первая, вторая, третья линия, и кто сколько какой товарооборот сделал. Здесь также можно посмотреть ваш ранг, посмотреть, сколько вы заработали, какая у вас команда, сколько человек username, вот первая users. Вот, и здесь видно все ваши, значит, партнеры потенциальные, и видно ваш ранг. Клим, вывод. Все, в принципе, по обзору, я думаю, достаточно понятно. Еще раз.